Нет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа Faberlic по седьмому каталогу плюс новинки восьмого. Итак, поехали. В этот раз заглянула в распродажу остатки сладкие, взяла там вот такую масочку Dream Therapy для сна. Бережный уход за вашей кожей во время сна. У меня такие вещи очень любит Ксюшка, она спит на самом деле в маске. Ей вот нравится, постоянно ей нужна маска, я решила ей сделать такой подарочек, она еще об этом пока не знает, мне кажется, ей понравится. Здесь у нас какой-то классный материал, сейчас откроем, посмотрим. Надо самой попробовать, может быть, это прикольно, может быть, я чего-то не понимаю на самом деле. Так, вот у нас вся информация, текстильная маска атласная. Состав 100% полиэстер. Ну, я бы, конечно, полиэстер, ну ладно. По-моему, вот маска, которая у Ксюшки, она с верхней стороны вот тут такая вот мягенькая, а внутри, по-моему, тоже полиэстер, у нее розовая. Вот теперь такая синенькая, Dream Therapy. Информацию всю показываю, кому интересно, паузу можете нажать, почитать. Артикул ее, вы видите? Я не вижу. А вот он, 155. Вот такая вот прикольная масочка. Мягенькая, гладенькая. Внутри она такая вот, не скажу, что прям чем-то набита, но что-то внутри еще есть. И вот такая резинка. Резинка, кстати, большая. Но если ей будет велика, мне кажется, вот здесь вот просто она гуляет. Вот так вот эта черная штучка. Faberlic с одной стороны, с другой стороны Dream Therapy. Прям большая. Сейчас на себе попробую. То есть мне она не давит, но нормально фиксирует. Ну, в принципе, ей должна быть уже самый раз. Красивая, красивая штучка. Так, дальше поехали. Новинка, какая же она тяжелая, сколько ж тут миллилитров-то. Мужской парфюмерной воды, которая очень понравилась мне по пробнику, поэтому взяла мужу адреналин. Не смотрите на то, что флакон красный, она нисколько не терпкая. Артикул 3272. Где миллилитраж у нас? Здесь 100. 100 миллилитров вообще сейчас идет за копейки. Прям вот 700 с чем-то рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Она вышла, и она мегастойкая, хочу сказать. Когда я тестировала даже пробник на руке, она прям мегастойкая. За такие деньги мужской парфюм, это вообще шикарно. Вообще, Faberlic мужские парфюмы очень нравятся. Вот так выглядит флакон. Смотрите, какой красивый. Фокус, вернись. Вот так он выглядит. Вот такой вот, как ребристый. И по бокам тоже красненький. Несмотря на то, что красные флаконы, думается, что это какая-то такая сейчас будет приторная, агрессивная водичка. Нет. Снимается, одевается легко. Нет, это не агрессивная совершенно вода. Она очень классная, она очень легкая. Здесь есть аромат свежести. Я уже говорила, мне какой-то парфюм напоминает, который уже у мужа был от знаменитых брендов. Он свежий. Он реально свежий. Я не знаю, почему сделали красный флакон. Он насыщенный, он яркий, он многогранный, он раскрывается. Но по большей части это такой свежий аромат. Ну, он универсальный. Мне кажется, он будет крут и зимой, и летом, и весной, и осенью. Вот он настолько универсальный. Берите пробник, девчонки, чтобы не ошибиться. Но я вам хочу сказать, что у меня восторг. Я уже говорила, что парфюм подойдет 20 лет плюс. От 20 до бесконечности. То есть и на молодом мальчике он будет красиво звучать, и на взрослом мужчине. Обалденно, мне очень нравится, мне хочется его вдыхать и вдыхать, он прям класснючий. Дальше еще пополнить запасы детской линейки взяла. А, ну купоны же я тратила, конечно. По купонам полный балл. Цена не намного отличается, может быть такая же, а может быть даже по купону дороже, чем без купона, опять же, смотря какая цена в каталоге. Но по купону полный балл. Поэтому как бы заказ делать тем, кто делает 50 баллов и 100 баллов, гораздо выгоднее. Я взяла Ума с бананом. Девчонки просили повторить. Им очень понравился аромат банана 2881. Это гель для душа. Прям вот просили, сказали, мамочка, возьми еще с бананом. И вот такую подмывашку. Интимный гель для интимной гигиены 3+. Классно пахнет. Очень густючий. Вот такой вот он. Вообще великолепный. Мне очень понравилось вот это средство. Прям лучшее, наверное, что было для деток в Faberlic. 32,66. Так, дальше поехали. В пакетике у меня тут БАДы. Тоже то, что я взяла по купонам на осень. На осень девчонкам взяла, хотя вот сейчас осень. Омегу с глицином можно и сейчас пропивать, но летом не вижу необходимости, потому что большое, просто огромное количество фруктов едим каждый день. А на осень оставлю. По купончикам вышло очень выгодно. На омегу детскую вообще скидки крайне редко бывают. 157,80 артикул. Так, для себя взяла
очищение кишечника. Пора, пора. Хотя организм в снег и в мороз, который сейчас у нас в мае, требует, наоборот, набирать жировой слой, мышечную массу, в общем, утепляться. Организм думает, что наступает зима и ведет себя соответствующе. Надо ему как-то помочь понять, что на самом деле это все-таки у нас весна. Артикул 158-39. Классная штука, мне кажется, я еще не брала. Так, и дальше поддержка сна и биоритмов. Я вообще плотно сижу на магнии, плотно сижу на ноу-стресс. Но мне нравится, я очень хорошо сплю, я высыпаюсь за короткое время. Я прекрасно себя чувствую. И решила попробовать вот такую штуку. Не брала еще тоже 158-47 артикул. И что у нас здесь интересного? Вот показываю вам состав. Он действительно очень интересный. Марганец. Здесь магния, прям магния, я не вижу. Вот, поэтому буду пить вместе с магнием на ночь. Хотя написано по 2 капсулы один раз в день во время еды. Поддержка сна и биоритмов. Его, в принципе, не обязательно на ночь. Его можно пить и в течение дня, я думаю. Но я рисковать не буду, буду пить на ночь вместе с магнием. Должно быть все very good. Так, дальше по программе, как всегда. Взяла 2 продукта со скидкой 70%. Один – это парфюм для стирки. Желтенький все-таки мой самый любимый. 308-45 артикул. Я кладу, когда стираю постельное белье, чехлы различные для диванов, кресел и так далее, шторы, спортивную одежду, полотенца, вот тогда кладу. Можно класть поменьше в зависимости от загрузки барабана, то есть я на глаз приблизительно насыпаю. Действительно, аромат активируется во время движения, действительно, такая функция есть. Как бы в этом плане все отлично, все замечательно. Так, что я еще взяла по вип-программе, девочки? Я уже забыла. По-моему, в остатках сладких или так просто по акции я взяла гелевые подушечки для ног. Вот так они выглядят. Я вообще их люблю, потому что ножки болят часто. В день нахаживаешь по 10-15 тысяч шагов, идешь активный образ жизни, стараешься, особенно летом это актуально. И вот эти гелевые подушечки, они снимают нагрузку, что ли, со стопы. Ну вот у меня с ними меньше ножки болят. 110-51 артикул. У нас много различных, кстати, этих гелевых подушечек. Если применять регулярно, то эти вещи, они действительно работают. Действительно работают. Сейчас покажу. Я в прошлом году их брала. В следующем заказе, скорее всего, вот они тут внутри в пакетике, я повторю еще одну пару, потому что в каждую пару обуви хочется распихать, чтобы не переклеивать их. Хотя у них очень хорошая клеевая сторона. Фокус. Вот как они выглядят. Фокус. Вот так. Она действительно хорошая. Здесь у нас такая с вами прозрачная штучка. Мы ее отклеиваем. Сейчас не буду этого делать. Но вот она, видите, достаточно плотная. И приклеиваем прям к обуви. Как мы приклеиваем? Вот так. Это правая нога. И под ступней, под пальчиками, вот так на ноге, это все дело должно быть. Для тех, у кого плоскостопие, для тех, у кого не плоскостопие, просто возрастные какие-то изменения. Мы же безумное количество времени проводим на ногах. Вот эта вещь очень классная. Так, едем дальше. Что еще взяла по купонам? По купонам, значит, взяла карбокситерапию, первый и второй шаг. И в распродаже по срокам годности была маска от карбокситерапии, по-моему, за 90 с чем-то рублей. То есть вообще шикарно. Первый и второй шаг. Это у нас с вами, значит, шаг первый – увлажняющий бальзам, шаг второй – гель-активатор. Первый шаг, он такой вот белесенький, кремовая такая консистенция. И второй шаг – жидкий. Я всегда наношу над раковиной или над ванной. Он жиденький, он первое время как-то был густой гель, а сейчас он такой вот жиденький, почти как водичка, но тем не менее все работает так же, на ура. Он жиденький, наносим его поверх, гелевый такой слегка с голубым оттенком, поверх второго шага. Чувствуем небольшое пощипывание. Кто-то чувствует сильно, кто-то не чувствует. Ну, в общем, зависит от кожи, как вы ее перед процедурой карбокситерапии очистили. Вообще, эта система великолепная. На моей коже работает просто на ура. Летом применять можно, кислоты нельзя, а вот карбокситерапию я себе взяла, потому что можно. Артикул 0294. Здесь 2 флакончика внутри. По 50 миллилитров. Приходит все запечатанное, вот так. Что я вижу по факту на лице? Потом я вижу ровный тон лица, я вижу упругую кожу, чистую, мега чистую. Мне очень нравится. Прям вот супер. И третьим шагом идет маска у нас с вами. У маски артикул на центральном складе. Вот она сейчас по распродаже по срокам годности 0,295, тоже 50 миллилитров. Маска гелевая, прозрачная.
Она вот как раз уже очень плотная, очень густая. И вот она тоже невероятно круто работает у меня на лице. После двух ступеней она тоже может слегка пощипывать. В общем, она это все дело дополняет, и кожа потом, ну, просто персик. Я вот именно все три шага вкупе прям обожаю. Так, дальше под руку попадаются новиночки. Это у нас с вами краски для ванны. Дети прям потребовали быстро снять заказ, чтобы им отдать сегодня к вечеру купаться вот эти продукты. Три. Это новинка 8-го каталога. Три, как правильно называется, мыльная краска для купания. Первая у нас с вами желтая, 1753 артикул. Она у нас с вами получается с ароматом банана. Краски приходят не запечатанные, отнюдь совсем. Так, как это дело выглядит? Вот так это дело выглядит. У нас уже что-то подобное было, да? Пахнет очень ярко выраженная душка банана. Очень вкусненько, мне понравилось. Так, следующая у нас с вами розовая. Ее артикул 1754. Она у нас уже с вами с клубничкой. Вот такой тут веселый осьминог. Так, тоже не запечатанная ничего. Вот такая вот она у нас ярко-розовая. Такая, ой, она какая-то, смотрите, кусочком вышла почему-то. О, ну такие яркие достаточно. Клубничным, земляничным вареньем пахнет. Пахнет земляничным вареньем. И третья у нас такая вот с вами с ананасиком. Это все 3+, линейка Ума. По 50 мл каждый, 17,52 артикул. Голубенькая, ой, какая яркая. Зеленая. Мне прям показалось из флакона, что она такой цвет морской волны. Но нет, она такая зелененькая, тоже кусочком, смотрите, выходит таким вот. Как пудинг. О, какая красота. Вот такие красочки. Интересненько, слушайте. Оставляют они? Ну, не должны оставлять следы. Все-таки это краски безопасные для деток. 3+. Пахнет ананасом. Тоже как вот, как линейка Ума. У нас там есть с вами и клубничка, шампунь, по-моему. И, кстати, розовый не стирается. Вот просто влажной салфеткой тру. Легкий след такой на коже остался. Интересно. И от желтенького вижу след. Синий не успел впитаться. Ну, интересно, в общем, сегодня пойдут купаться, а потестируем, вам потом все обязательно расскажу. Так, по купонам, что еще взяла? Взяла вот такой вот мужской дезодорант, антипреспирант мужа Lancelot. Мне очень нравится. Во-первых, это не только классная душка, но еще и работает как антипреспирант. 0,5-0,7 артикул. Средство для интимной гигиены свое любимое взяла. Именно средство, а не гель. Я люблю гель, мне почему-то подсушивает. 16,40 артикул. На постоянной основе использую уже много-много лет. Так, и взяла по купонам тоже серию Blonde Icon. Шампунь и любимую масочку. Вообще серия не бюджетная, но не сильно дорогая. И по купончикам достаточно выгодно сейчас брать. На нее бывают скидки редко. Маска 27,12. А маска тоже не запечатанная, что ли? Кажется, раньше запечатанная приходила. Вот такого вот яркого оттенка. Она действительно нейтрализует желтизну, причем нейтрализует ее капитально. Мне очень нравится с одного применения. Я ее, бывает, минут по 20 держу. И прям вообще цвет волос обалденный. Шампунь из этой же линейки. Так, 27,10 артикул. Он тоже такой же яркий. Вот я сейчас добиваю предыдущую бутылочку. Не каждый раз пользовалась. Он тоже вот такой же вот яркий. И тоже хорошо нейтрализует желтизну. Я могу его вообще нанести на волосы, и пока принимаю душ, у меня этот шампунь остается на волосах. Первый раз я промываю волосы, кожу головы каким-то другим шампунем, да, и уже второй раз наношу вот этот шампунь, оставляю его на коже головы, пока дальше там свои дела делаю в душе. На волосах, вернее, не на коже головы. Оставляю на волосах, потом смываю, и даже без маски он очень круто нейтрализует желтизну, и цвет волос вообще с ним обалденный. Вот девчонкам, прям блондиночкам рекомендую. О, у меня еще один банан, все-таки два взяла Ума. Дети попросили. Так, еще по купонам взяла сухой шампунь. Потому что вещь, которую я периодически пользуюсь для создания прикорневого объема. Не потому что мне лень мыть голову, а именно вот для этого. 27,02 артикул. И взяла мицеллярочку. Я все по купонам брала, по-моему. У меня их 13 штук было, и я все взяла по купонам, потому что полный балл, опять же, повторюсь. Мицеллярка от Вербены. Очень достойная, и, наверное, сейчас самая достойная мицеллярка Фаберлик. Раньше была Эксперт Фарма с красным крестиком, давно она уже, к сожалению, исчезла. Невероятно комфортная. И Вербена тоже невероятно комфортная. 0,987 артикул. Малышка, правда, 100 мл и бюджетно стоит, но она классная. У нее такой ярко выраженный запах лимоника, и кажется, что сейчас глаза тебе вырвет просто. Нет, она вообще не щиплет глаза и снимает даже стойкий макияж. Так, дальше. А вот еще у меня одна детская подмывашечка тут была. Взяла вот такой вот дезик тоже по купону, спрей. Линейка Эксперт 26,79 артикул.
Написано 3 дня. Нет, но сутки очень хорошо держит. Но единственное, мне не нравится вот именно в спреях. Ну, почему взяла? Ну, потому что вроде как и нравится, но не нравится облако при распылении. Начинаешь задыхаться. Вот реально, вот этот аромат уж сделали бы, я не знаю, его немножко менее выраженным. Он прям по всей квартире разлетается и начинаешь задыхаться. Через несколько минут это все проходит. Но вот в процессе распыления это очень какой-то тяжелый аромат. Его много, он собой все заполоняет, и прям кашлять можно начать. Бальзам для мамы и малыша. Повторила 0+. Для Крестюши после душа смазываем иногда определенные участки тела. 33-65 артикул. Классная вещь с великолепным составом. Просто с великолепным. Поэтому нравится. Периодически повторяю. Так, дальше что у нас? Я какую-то помаду брала, девчонки. Сейчас с пакетика достану. Еще средство для посуды, новиночка. У нас с вами новая серия для дома же выходит. Я все взяла, кроме мыла жидкого. Помадку я себе какую-то взяла. Мне прям захотелось чего-то яркого. Вельвет Кис, одна из любимых моих помад. Фаберлик. Это матовый финиш. Он такой бархатный. Бархатный, очень приятный на губках. Совершенно не сушит и даже разглаживает, я бы сказала. Классная помада. Оттенок, не помню, как называется, по коду, смотрите, 405-85. Я брала какой-то красно-коралловый. Вот так она выглядит. Здесь магнитный колпачок, вот тут два магнитика и вот такой цвет. Мне кажется, у меня уже такой оттенок был. Нет, у меня просто в этой линейке есть красная. Красно-кораллового нету. Это очень яркая, красивая помада. Вот камера вам немножко уводит цвет в розовый. Врет. Это действительно коралловый подтон. Что на руке, вот что сейчас сам стик, я вижу, камера вам слегка уводит в розовый. Нет, это коралловый подтон, это яркая, такая красивая помада. Вот Swatch делает тоже почему-то вам каким-то с малиновым финишем. Нет, финиш более свежий, совершенно не такой. Вот врет наглым образом. В общем, это действительно красно-коралловый цвет, очень класснючая помада. Буду обязательно пользоваться в следующих роликах, на мне ее увидите. Дальше у нас с вами переупаковка масла Монарды и из линейки Халяль, средства для кутикулы. Просто переупаковка вроде состава, там ничего совершенно не поменялось. Артикул 600, не хочет фокусироваться, 19. Вот такой просто теперь флакончик. Да, 619, вот такой вот пипеточкой с маленькой. Давайте попробуем, что ли. Масло Монарды не так быстро впитывается, допустим, как... Нет, хотя вот это Фаберлик, оно быстро впитывается. Вот когда я брала на просторах интернета масло Монарды, я прям могла часами ходить, и оно не впитывалось. Не знаю почему. Одушка действительно есть легкая Монарда, но она практически неуловимая. Потому что как бы, ну, Монарда сама по себе не очень приятно пахнет. Но вот сразу моментально кутикула увлажняется, становится такая хорошенькая. И вот где-то через минутку впитывается, несмотря на всю свою маслянистость в начале, через минутку где-то впитывается. Халяль подольше впитывается, да. Так, дальше вот у меня 3 средства из новой линейки Дом Фаберлик, Home Фаберлик. Это гель ультраконцентрат для мытья посуды, кондиционер для белья и освежитель. Сейчас все покажу, расскажу. Я взяла 3 средства, мыло брать не стала, у меня в запасе много. Кондиционер, артикул 308-09, это новинка 8-го каталога, 30 стирок. И я уже не удержалась, на пункте выдачи я уже, мой директор, она достала. Все эти средства, прям дайте занюхнуть скорее. Это тропические фруктики. Это действительно тропические фруктики. Кондиционер жиденький. Он как водичка. У нас некоторые кондиционеры есть густые, некоторые как вода. Но тем не менее они работают. Все равно. Не знаю, от условий хранения или от чего это зависит. Это прям коктейль тропических фруктов. И он очень яркий. Что меня радует. Обязательно в следующем ролике с вами потестим, как на мокром белье себя ведет, как на сухом. И как смягчает. Это очень вкусный, яркий кокос. Вы знаете, здесь нарисован кокос, но это совсем отголосок. Вот какой-то где-то вдалеке. Здесь прям вот кокосы я практически не чувствую. Знаете, на что похож больше всего? На мелодию солнца. На мелодию солнца кондиционер, который многие полюбили, но плюс еще сюда добавили вот эти тропические фрукты. И он такой насыщенный, яркий. Прям вообще мне понравилось, слушайте. Мне понравилось, мне душка очень понравилась. Потестим, если все будет хорошо, то буду его продолжать брать. Дальше у нас средство для мытья посуды 0+. Есть пометочка. Чистота с ароматом лета. До 3 раз гуще, эффективней. Артикул 308-11. Давайте посмотрим и понюхаем. Слушайте, он прозрачный. Он вообще не имеет никакого цвета. Я думала, сейчас будет какой-нибудь малиновый, там, красный. Менее выражен, конечно, чем в кондиционере аромат. И немножко, кстати, отличается. Там прям я чувствую фрукты, а здесь у меня на первый план выходят какие-то 2 фрукта. Там прям вот букет я не могу ни один выделить. А здесь, знаете, что зеленое яблоко могу выделить.
Вот я его почему-то здесь чувствую больше всего. У нас есть уже зеленым яблоком средство для мытья посуды, да? Зелененькое такое, по-моему. Ой, красненькая этикетка. А я здесь чувствую зеленое яблоко. И дальше уже немножко других фруктов. Во как, девчонки, вот так вот. Отличаются ароматы разительно. Так, и дальше у нас с вами спрей-освежитель экзотический Оазис для дома. Они водные, они безопасны. У нас можно распылять и при животных и так далее. Артикул 308.05. Так, понюхаем. Я распылю, пожалуй, для достоверности. Так. Угу. Он больше на кондиционер похож, нежели на гель для мытья посуды. Здесь вот, да, здесь вот микс с цветочками тропических фруктов, микс. Вот эти два продукта по аромату практически идентичны. Гель для мытья посуды отличается довольно сильно. Да, я здесь чувствую прям зеленое яблоко. 80% зеленого яблока и 20% еще чего-то. Здесь в этих двух продуктах ничего не могу выделить. Все вот это вкупе, цветы, фрукты и небольшой отголосок кокосика прям где-то совсем вот перемешаны с фруктами. Так что вот так, мои хорошие. Еще один продукт, который забыла показать. Взяла свою любимую палетку. Тоже по купону. Очень дешево. Артикул 63. Так, фокус 63-34. Это самая моя любимая палетка для скульптурирования. Здесь самые крутые румяна, очень красивые. Сейчас открою, покажу. У меня кончился в предыдущий контуринг. Румяна остались, хайлайтер остался, а контуринг кончился. Поэтому заказала себе новую. Именно вот в этом артикуле, потому что в другом румяна, которые придают лицу возраста. Вот, палетка потрясающая, румяшки освежающие, контуринг деликатный, хайлайтер вообще изумительный, как тени, можно использовать все три оттенка, можно миксовать. Скульптурирование лица, контуринг получается очень деликатным и красивым. Вот, так что по купончику еще себе обновила. А вот он у нас с вами восьмой каталог, вот она эта водичка безумно крутая, которая мне очень понравилась. Тут тоже классный будет подарок для новичков. И сейчас он вообще классный тоже. Косметика для дома, которая всегда нужна. Поэтому ссылочка для регистрации всегда под видео. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.